наши любимые краски. Все знают, что я люблю больше всех нашего производителя. У него вот 4 новых цвета появилось. И как раз вот рисунок подходит под эти оттенки. Сейчас буду показывать, к чему может пригодиться вот Storm цвет. Это такой темно-бирюзовый. Сейчас посмотрим. Но я предполагаю, его вот можно на зелень использовать. Запылять чуть-чуть, добавлять воздуха. То есть напыляю и делаю такой как бы рефлекс. Трава становится более такой холодной, кажется. Более глубокой. Сразу меняется на глазах. Также вот этот Angel Blue, очень хороший цвет. Я давно такой ждал. Это чуть-чуть светлее, чем Ice получается. Его можно использовать вот на просветы. Делать самые такие светлые моменты. То есть он добавляет. Смотрите, если я добавляю вот сюда его в глубине дырочку, все, как будто там где-то внутри свет. В глубине леса. Как бы прикольный эффект. Очень нужный цвет. Спасибо компании Artone за то, что наконец-то услышала нашу просьбу. Такой приближенно к белому цвету. Ариэль, это уже более такой изумрудный цвет. Его как бы такой более магический тоже для рефлексов использовать. Прикольно. То есть вот на серый цвет он ложится. Очень хорошо. Рефлексики добавляю. Тоже добавляю глубины воздуха. И такие блички можно сделать, как будто сзади что-то светится магическое за шрифтом. Вот. И, конечно, мы вот... Сразу мне он присмотрелся, вот этот цвет. Такой кислотно-зеленый, приближенно к желтому. Тоже он очень подходит для пейзажного рисования. Казалось бы, что он кислотный, да, неоновый. Но он типа можно придавать, как будто лучи солнца падают на землю. То есть мы вот так вот делаем точечками. И, например, вот если идет лист, можно вот предполагаем, что солнце падает все. Был обзор новых цветов Artone. Надеюсь, вам понравилось.